Друзья, всем привет! Начинается новое видео на канале «Питомник собак». Не спешите его переключать. В этом видео вы увидите детей этой прекрасной собаки. Ну, что такое? Кто там по мне ползает? Да покажи, где человек, кто ползает. Да, жук ползает. Я прям такой чувствую, прям лапа. Большой, прям, да. Такой прям бум-бум-бум-бум. А! Что ты орешь? Пытаюсь его взять, блин. Это собаки. Это на видео надо будет смотреть. И вставить видео. Ладно, короче, давай заново. Так. Видите, смешно. Друзья, всем привет. Вы на канале «Питомник собак». Мы сейчас сидим на нашей кухне. Отсюда несколько дней назад ушла леди. Она ушла ко мне в кабинет, а Вива ушла в питомник пожить на некоторое время. Зато сейчас появилась здесь у нас на кухне Вивина родная сестра, наша любимица Black Knight. Black Knight у нас беременна, мы ждем щенков, у нее уже огромный живот. Какой, например, у нее день беременности? Если будет через 3 дня 20, 60 дней, то сейчас значит 57. 57-й день беременности. В прошлый раз она рожала на какой день, Ян? Точно не помню, что уровень 58-й. 58-й, 59-й. То есть уже, может быть, завтра, послезавтра будут роды. Это у нас очень интересная вязка. Почему она очень интересная, я вам сразу объясню. Потому что, когда последний раз у нее были щенки? Года полтора назад. Позапрошлой зимой. Года. Да, в феврале позапрошлого года. Прошлого года. Короче, позапрошлой зимой была вязка полтора года назад. И родились просто шикарные щенки от Black Knight и Сильвера. Мы даже оставили себе пол помета, у нас живет 4, мы сначала оставили себе 3 девочек, а потом приехала Ланка и еще Вельвет. 5 пол помета, считайте, что у нас осталось. И сейчас мы перенесемся к нашему бассейну, где мы сегодня днем гуляли с детьми Black Knight и Сильвера. И давайте посмотрим, какими они стали, какие они красивые. Друзья, всем привет! Мы стоим около здания питомника. И знаете, что мы сейчас придумали? Короче говоря, мы вам не показывали детей Black Knight и Сильвера. Вы знаете, что мы ждем щенков от Black Knight и Сильвера. То есть это будет дубль помет. Вот. И в преддверии родов Black Knight мы решили вам показать ее детей. Потому что мы ими гордимся. И даже у Яны есть мнение, я слышал, что она считает этот помет одним из лучших в нашем питомнике. Да. Есть такое. Все, выводим потихонечку всех. Это Альпа и Дора у нас, ребята. Черный трикаур и голубой трикаур. Есть еще у нас Бетти. Пошли. Она у нас тоже голубой. Пойдем. Трикаур. Не путайте ее с Альпой. Но спутать сложно, потому что у Бетти будет хвост неполный. Сейчас пока этих двух выпустим, потом остальных. Пошли. Пошли гулять. Пошли. Сразу видно, кто много кушает. Ну да. Они вместе живут. Кстати, да, ребята, это как раз к разговору, почему нам нужны новые вольеры. У нас некоторые собаки живут подвое. И вот, например, Альпа и Дора живут вместе, и Дора ест больше, чем Альпа. И это сложно очень контролировать. Когда появятся новые вольеры, мы сможем их разделить. И у каждой будет и место больше, и своя миска, и своя вода, все свое. Красавицы! Ну, наверное, многие будут путать Дору и Black Knight, да, Ян? Ну, да, я хотела сказать Лану. А это Дора же? Это Дора. Блин, не, Лану не спутаешь, Лану по-другому глаза выглядят. Не, она другая, она не такая, как Black Knight. Ты хочешь сказать, что Лана больше похожа на Black Knight? Нет. Дора больше похожа на Black Knight? Дора, но да. Они разные, все равно видно, что они разные. Нет, для нас-то разные, она для людей вообще, что Black Knight, что... Можно было бы, конечно, сюда Black Knight вывести, но, к сожалению, нет, у нее уже не поздние сроки. Уже осталось для дородов буквально пара дней, поэтому ни в коем случае ей нельзя сюда на жару. И на суету. Вот такие две бомбочки. Ай, кто ко мне бежит? Молодец. Надо что-нибудь покидать было взять, наверное.
Ну да, я с ними побешусь. Ты их особо-то не перегревай, Гоша. Сейчас же жара такая стоит. Куда ты бегать собрался? Чтобы мы их сейчас на руках в охлаждение несли. Ну ладно, пошли тогда к бассейну. Давай не будем бегать. Все, давай пошли к бассейну, согласен. Ребята, у нас сейчас 36 градусов в тени. Поэтому прогулки будут короткими и поближе к бассейну. Пошли! Сейчас мы идем к бассейну, попробуем им показать воду. Не заходит пока. А где Дора? Дора! Привет, водяной! Дора! Иди сюда! Их сестра водяной, Ланка, родная. Их бабушка Претти водяной. Поэтому они тоже должны быть, по идее, хорошими водяными. Но пока не очень. Давайте понаблюдаем. Возьми шланг, попробуй, вдруг шланг им понравится. Бабушка Претти обожает шланг. Ну нафиг, скажи. Ко мне идут. Я знаю, что надо сделать. Я надо Ланку позвать. Ланка пока... Ну я вот и хочу Ланку позвать. Да, давай, зови Ланку, она им покажет, что надо. Потом останется Бетти и Вельвет еще, уже когда эти все разгуляются. Все, Яна пошла за Ланкой, Ланка им покажет, как использовать бассейн. Да, конечно, очень похоже. Дора на Black Knight, даже для меня. Ну и видно, что им уже жарко, надо, конечно, им идти остужаться в бассейн, либо возвращаться в тенек вольера под кондиционер. Сейчас, я думаю, Яна очень быстро... Если их загонят назад, если они не будут охлаждаться в воде. Уже какие-то мошки, комары прилетели, вижу, собаки отряхиваются. Хотя мы вышли в разгар дня, еще до комаров, по идее, вечерних. Сейчас около 5 вечера, но еще раньше было бы еще жарче. Ну и вот, вижу, идет Яна с родной сестрой их, с Ланкой, которую нам вернули собаку. Вот, сейчас она им покажет, что такое бассейн и как им надо пользоваться. Привет, сеструхи. Ладно, еще с утра не высохла. А, она купалась уже утром? Мокрая, да. Давай, Лан, покажи, как надо это делать. Главное, мне нравится, Лана все время приходит к бассейну, сначала погуляет, у нее нет такой, а, бассейн, бегу в бассейн. Но зато, если залезет, все, ее не достать. Угу. Такая, типа, не очень ты хочу, что ли? Конечно, она не очень-то хочет, знаем мы ее. Будут ли повторять ее поведение другие собаки? Очень интересно. Или скажет, да ну тебя нафиг. Глупая, ненормальная. Ну да, ты нас пугаешь. Не, похоже, что эти две не водяные. Не водяные. Ну, многие, кто был не водяной, а потом стали водяными. Они просто не пробовали. А ты, Ян, сторонник до сих пор того, что не надо силой их в воду запихивать? Не, не надо. Никогда не пойдут в воду, если ты их силой запихнешь. Меня в детстве тоже в воду силой пихали, я до сих пор нормально плавать не умею и воды боюсь. А ты не сравнивай себя и собак. Не, ну просто если эта логика работает на людей, то это примерно так же. Ланочка, ты что пришла, позагорать? Давай, показывай, как плескаться надо. Ей больше нравится своим просто стоять сеструхом. И все там. Ей норм. А если мы все туда зайдем действительно?
Вроде Альпи более-менее хочется, а вот Дора вообще даже... Вот люди спрашивают, какие там темпераменты в помете. Вон насколько отличаются собаки даже здесь. Даже просто отношением к воде. Я знаю, это сейчас закончится явно тем, что ты скажешь, все, собаки перегрелись, и они идут назад. И у нас не получится всех сразу так выпустить. И будет. Если они не пойдут охлаждаться. Я говорю, что не надо всех сразу. Партиями. А всех вместе не будем? Ну, Бетти еще можно сюда выпустить. И велика. Велика нельзя, потому что Лана течка. А может, он не заметит. Она в воде. Ну, все, все. Ну, просто может получится групповую фото сделать какое-то красивое, семейное. А не получится, потому что они все разбегаются в разные стороны. Ну, хотя бы рядышком бассейна. Ну, зайдите вы в воду, жарко же, попейте. Полностью игнорируют бассейн. Ну, может, им нужно время привыкнуть, конечно, к этому. Потому что бассейн у нас полный только последние дни. А в воде-то лучше лежится? Там хоть комарики не кусают, и прохладно. Нет, Дора, чем старше, тем больше на блэкнайт похоже. Я вот издалека уже могу спутать. А зрители-то, наверное, вообще не понимают, чем они отличаются. Чего они боятся? Утонуть? Неприятно им. Давай я зайду, может, за мной зайдут. Все, я иду в воду, собаки. Смотрите, как это делается. Давайте. Давайте, барабаки. Собаки-барабаки, идите сюда. Идите сюда. Собаки-собаки, дура Альпа. Ай, молодец, Альпа. Ай, молодец. Альпик. Вода теплющая. Чего не заходить, да? Альпа, иди сюда, Аля. Аля. Дора, иди сюда. Давай. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Комары вон на тебе сидят. Нырнешь, будет хорошо. Альпа. Не хотят? Ты меня все замочила. Вода теплющая вообще. Не хотят, да, Ян? Нет, плюс им еще очень жарко. Плюс жарко, да. Все-таки надо подождать. Через, перегреваются. Через дней 5 у нас будет где-то 25-28. Сейчас уже 35, это вообще самим тяжело. Ну, давай веди Бетти и Велика, посмотрим, что будет. И если будет что-то, то кого-то уже уберем, если будет что-то не очень хорошо в таком количестве собак. У одной Ванки всегда хорошо все. Убирать надо? Да, они перегреваются. Ну, бывает хотя бы минуты. Да ходят как пьяные. Ну, смотри сама. Короче, ребята, Яна не дает согласия сейчас, чтобы эти собаки так долго были на солнце, и пошла их заводить. Поэтому сейчас отдельно выйдет Бетти и Велик. Ну, нельзя в такую жару, им долго быть. Сколько они, минут 10 здесь уже были на палящем солнце. А сразу всех тоже вывести. Надо же потихоньку знакомить их. А вот и наш красавец, сын Сильвера и Блэк Найт, Russian Bulls Velvet. Или это очень красиво звучит, а на самом деле он велик у нас в простонародье. И сейчас Яна еще приведет Бетти, которая тоже живет вместе с ним. Velvet, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне, красавец, иди сюда, ты такой мощный. Да чего же ты красавец, да. Вот кого снимать, Янка, красавец. Че с Бетти? Она с колоссами в такую жару гуляет. Она даже выходить из кондиционера не хочет? Она даже выходить не стала.
Она сейчас... сказала, что она вечером погуляет. Ну я ее сейчас вынесу. Все равно что? Покажу. Что? Я, ну это очень красивая собака. Чего красавец? Пойдем это купаться. Это просто... Бил. Ребята, короче, кобелю еще сколько ему? Полтора года, Яна? Полтора года. Полтора года. Он еще будет формироваться, иди расширяться иди. Еще до двух Вода, лет. Вода, да. Пойдем купаться. И это уже... Пойдем? Пойдем. Мощная собака. Он круче Сильвера во многом. Голова у него точно больше, чем у Сильвера, да? У него костяк больше. Костяк, да, 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 да. Голова-то, может, и похожа. Посмотрите, какие у него лапища. Короче, достойный сын своего отца. И я думаю, в ближайшее время у нас будет много пометов от Вельвета. Вел, пойдем покупаемся. Вел, мальчик мой, иди сюда. Ян, он охрененный, он топовый. Иди ко мне. Вел, давай покупаемся. Очень хочется подойти поближе, поснимать вам его голову, потому что она феноменальная. Практически идеальный американский буллит. И вот примерно такие же красавцы сейчас сидят у Black Knight в животе. Ян, какой он красивый, я не могу. Ты это видела, как он изменился за последние месяцы? Я знаю. Я он просто... начал набирать массу. Он прям был такой смешной. Был велосипедом, а сейчас он начал округляться. Мы даже на него особо внимания не обращали. Видишь, только в полтора года он Теперь его надо показывать, гордиться. Да, ребят, очень хочется еще раз сказать, что только к двум годам кобель породы американский булли расцветает. Но не Повтори. Всегда. Если есть куда цвести, то будет цвести, а если некуда, так... Если генетика заложена, да? Тут и 2 года, и 3 года не помогут. Если генетика заложена, то да, да? Да. Вио, покупаемся? Что-то мне кажется, у вас только одна сеструха ненормальная, водяной. Иди ко мне. Иди, тебя папа снимает, а глазки не протер. Яська здесь спал. Яська здесь под кондиционером спал, а мне же кайфово. Да. Ян, обними его голову, покажи, какая голова. Ну, у меня да, пальцы вот вообще, видишь, не сходятся насколько. Ну, да, да, это башка, есть, башка. Самая большая башка в питомнике, да, Ян, наверное? Ну, не знаю, посмотрим. Только у Ланы всегда все хорошо. Точка. Интересно, вот вы оставите ее на этой зоне выгула одну. Что она будет делать? Сидеть в бассейне весь день? Я сегодня пока с утра, у меня вообще сегодня собаки с утра не хотели домой идти. А с утра-то я не всех, жарко? Можно сказать, по одному загоняла. И она всех, пока я всех не загнала, вот она была в этом бассейне. Пойдешь за сеструхой? Ну давай, схожу, подержи камеру. Вел! Я пошел за Бетти, за его сестрой. Еще за одной девочкой голубой. Велик, иди сюда. Вел! Он мой мальчик. Велик! Вел, иди сюда, иди ко мне. Ты молодец. Ты мой красавчик. Сеструха вытащила из-под кондиционера. Ей реально жарко, она там под кондеем сидит. Да я тебе говорю, она не захотела идти в такую жару. Она сказала, гуляйте сами. Идти в такую жару. Давай я ее покажу, а то она опять сначала поближе. Вот твоя подруга. Сеструха, а не подруга. Ну, вот они парочка. Ну, что ты ей опять проходы они не даешь? Живут вместе. Они у нас парочка. Тоже их надо расселять, по идее. Я не помню, сказал я или нет, кличка этой собаки Бетти. Она такая же голубая, как Альпа. Но отличается от Альпы то, что у нее не полный хвост. Че, Ланку убираешь? Там опять когти брала. А, опять когти. Вот опять, ребята, проблемы с бассейном. Наверное, будем мы его красить резиновой краской или отделывать плиткой, посмотрим. Долго купалась и опять кровит. Просто очень она активная. Пойдем, те, кто спокойно купаются, да? Они нормально. А вот эти прыжки, рывки, в воде все размокает. Подушечки и кровят. Ну, устала вся, не можешь. Вот надо было столько плескаться. Нет, хватит уже. Ты уже еле на ногах стоишь. Пошли. Покажи, Ян, как у нее под кровь кровит. Мы ничего не сможем показать, потому что они на задних лапах. Минут. Вряд ли что-то там. А, вон подушку, видишь, порвала. Подушку порвала. Вот пошли. Видите, ребят, те, кто не верит, что мы там что-то... Давай. То у нас там разные пошли, зрители. Пошли, пошли, пошли. Думают, все, что пошли. Мы там для себя что-то хотим собрать. Ну вот, друзья, остались у нас здесь Бетти и Вельвет. Пока они тоже не водяные, к сожалению. Ну, может, нужно больше времени здесь гулять, привыкнуть к тому, что здесь бассейн, вода. Короче, чувствую, точно долгих съемок не получится. Во-первых, я сам уже весь обгорел тут
Ну, во-вторых, сейчас я на этих собак скажу, что пора убирать. Красавчик. Господи, ты бабушку привела. А вот и бабуля пришла их. Напоминаю, ребята, это Претти. Она мама Black Knight, а Black Knight родила всех этих замечательных детей. Альпу, Дору, Вельвета, Бетти и Ланку. Претти одна из первых собак в нашем питомнике. Была привезена в 2015 году. На то время одного из самых популярных кобелей. Она дочь, внучка, да, Претти Боя? Да, она внучка Претти Боя. Очень красивая собака. Давайте покажу вам Претти Боя. Вы, наверное, поймете, почему взяли от Претти Боя, линии Претти Боя собаку себе. Он тоже голубой триколор. Но, к сожалению, у Претти было всего двое родов. В первый раз у нее родился Сильвер, а во второй раз родилась у нее Black Knight и Вива. Сильвер, Севилья. А, да, в первый раз у нас родилась от Претти Сильвер и Севилья, а второй раз Black Knight и Вива. Но, к сожалению, третий раз Претти не смогла забеременеть, у нее начались проблемы. И, кстати, я эти проблемы снимал, они были в прошлом году или в позапрошлом уже. К великому сожалению, Претти пришлось стерилизовать. Так что Претти у нас теперь на пенсии. У нее все отлично. Она живет у нас в доме. Она будет всю жизнь с нами. Это наша любимая собака. Мы ее обожаем. Она веселая, прикольная. Яна считает ее непослушной. Да, Яна? Ты непослушная. Яна считает ее... Яна вообще считает собак этой линии какими-то другими. Что Претти, что Black Knight, что Сильвера. А я их обожаю. У меня как раз это мои любимые собаки. И даже вот Вельвет, если вы посмотрите, он прям вот меня слушается. Не знаю, никак мне не снять, как он да, со мной. Да, всех он слушается. Вельвет нормально, как и все кобели. Вельвет, да. А вот девчонки? Дамочки, вот это, конечно, все со своим характером. Мужик прям просто... От него так же мужикастость прет, как Голда. Мужичайший аромат. Смотри, ну поняла, что делать надо, чтобы струйку найти. А вытаскивать шланг? Да. Ну да, она ищет струйку. Ногу я делал. Привет. Иди сюда. Она не понимает, она ее не снимет сама. Она не поняла, что произошло. Иди она сюда. Она не понимает, ну напугала собаку. Спасай. Одень кому-нибудь другому. Не, этим не надо, наверное, это совсем... А Голду на голову это уже не налезет, наверное. Конечно. Голду это вот ошейник уже не налазит, который на ней. И здесь вся мокрая. Ой, так страшно в такую жару быть мокрой. Видишь, он еще писит, как маленький. Угу. Делаешь? Струйку ищет. О, нашла. Поняла. Фред, ну ты рвешь шланг. Зачем? Дай сюда. Прокусила засранка. Прокусила? Да. Ну, блин, придется обрезать. Ничего себе. Собаки-вредители. Давай травку поливать, Претти. Будем травку поливать? Чтоб травка росла. Я помню, когда она была совсем молода, она такие пируэты на твой рост могла выполнять. Ну, сейчас уже вроде ты же так... мне лет уже сколько. Ну да. Уже, скажи, более ленивая стала. И хитрая. Это она это со шлангом сделала, что у нее теперь за всех щелей? Да, есть еще дырки. А, еще там дырка, отлично. Я начинал говорить... Вот, что передаются какие-то черты темперамента, что вот через поколение, да? Вот как считаешь, как вот передается? Любовь к воде, например. Я вижу, любовь к воде, она не передается 100%. Вот, да. То есть кому-то досталось, кому-то не досталось.
Ну да, вот мы сейчас видим 5 ее внуков, и только одна собака так же любит воду, как Претти. Это также точно и щенки Бланки, да? Айс и Мила, нет, Айс и Ласка не любят воду. А Дюймовочка любит. А Дюймовочка с удовольствием плещется. Это вообще никак не связано, это не врожденное и не воспитается. Это просто либо есть, либо нет. А вот Бланка, я даже не знаю, любит она воду или нет. Ну, что мы, по-моему, ее в бассейн-то и не Бланка водили. Вернется к нам, когда мы построим новые вольеры, и проверим. Ты водяная любительница струйки. Придется новый покупать. И вот тютелька в тютельку хватало до бассейна. Ну, теперь не будет хватать. Теперь как раз этих 10 сантиметров не будет хватать 20. Ну, короче, ребят, все, у нас уже все перегрелось. И даже моя видеокамера говорит, что превышена температура. И уже пару раз отключалась, поэтому пока съемки заканчиваем. Ну все, ребята, наш день закончен у бассейна. Всех посмотрели бегло. Будет погода получше, мы спокойно погуляем. Претти не может успокоиться, Яна. Она опять нашла струйку. Ну, я для этого поводок взяла. А. Эй! Потому что знала, что она не уйдет спокойно. Она хочет уйти... Ну, не надо планку брать. Она хочет уйти со струйкой. Все. Короче, есть две нормальных собаки. Одна не хочет уходить из бассейна, другая не хочет уходить без струйки. Да. Бабушка Претти и дочь, и внучка Ланка. Пошли. Все, все домой, пойдем, ребята. Пойдем. Все, все, ты уже убегаешь. Домой. Все под кондиционер охлаждаться. Давай в свой вольер. Веля. Иди сюда, Велик. Давай в свой вольер. Велик, иди ко мне. Молодец, послушный. Конечно, водички попить надо. И, короче, сразу ушел туда охлаждаться. Ну вот, друзья, мы посмотрели на щенков Black Knight и Silver. Какие они уже щенки? Они уже взрослые собаки. У них уже самих скоро на будет... На детей из предыдущего да, помета. Да, на детей из предыдущего помета. Я думаю, вы согласитесь, что это очень классные щенки. И именно поэтому сейчас, я так понял, куча желающих на щенков из этого помета. И желающих, судя по всему, больше, чем щенков, скорее всего, Black Knight. Да. Потому что люди просили щенков именно из этого помета уже чуть ли не год назад, полгода кто-то ждет. И вот даже сейчас, кто знает, что она уже повязана, постоянно я не пишут. В общем... Ажиотаж большой, щенки будут классные. Тут, как вы понимаете, щенки с гарантией, потому что по предыдущему помету можно посмотреть и понять, что вырастет. Там было 10 щенков и ни одного какого-то, все достаточно, как ты это называешь? 10. Ну, 9 сколько там? В общем, 8. Все однотипные, красивые были, да? Яны прям ну, каждым довольны. Черные девочки от голубых, допустим, отличаются по строению мордочки. Угу. Поэтому сказать прям, что вот все однотипные там... Ну, они все покеты, они все широкие, крепкие. Но все щенки достаточно да, интересные. Хорошие. Каждый интересен по-своему. Да, поэтому мы решили повторить. И вот буквально осталось день-два, и мы наконец-то узнаем. Дай бог, чтобы у нас началась белая полоса, потому что у нас была, помните, черная полоса, но наша красавица белоснежная Бланка, она будет символом белой полосы, и черная Black Knight тоже подпадет под воздействие белой полосы Бланки, и все будет хорошо. Поэтому осталось, давайте немножко подождем и узнаем, кто же родится у Black Knight. Нам самим очень интересно. Там могут быть щенки любых окрасов, голубые, черные, лиловые триколоры. Даже шоколадные. Хотя в прошлом помете не было. Не было. Может быть, в этом помете было. Так что будет набор ярких красок и красивых мордашек от Silver и Black Knight. Те, кто ждет щенков, приготовьтесь, скоро все случится. Ну а те, кто просто наблюдает за нашим каналом, оставайтесь с нами, обязательно поставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Скоро увидим щенков Black Knight.